Опа! О, пасхалочка. Так, никого нету, открывай. Да никого не было! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Серега, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Приветики, омлетики. Всем привет. У нас сегодня очень крутой ролик, это аниматроники пугают охранника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Вот Чика, это тут гром. Чика уже пришла? Ну вот она там стоит в коридорчике. Ну дай проверю. Пройду и проверю. А! Господи, Серёга! А чё мы не увидели? Да ну мы подались тебе специально. Ну, видишь, мы проверили тоже, да? Ха-ха! Да блин! Чё так сложно? Серёга, ты какую-то дочь там выстрелил? 99-ю? 500-ю. Закрывай! Помогите. Молодец! Ха-ха-ха! Пингвин слился. О! Ещё пришёл! Так, Чика стоит, всё. Давайте переключим на Фокси и будем Фокси всегда чекать. Давай. Ну, даю. Что сделать? Хлеба. Закрыли? Молодцы. Да, я закрыл. А камеру, да, немножко отстают, я так понимаю, как в тот раз. Не всегда как-то с камерами здесь проблема. Вот эту камеру надо нам включить, и тогда будет Фокси. Я боюсь левую дверь. А вот. Все, ждем, сейчас камеры догонятся. Во, все. Во, Фокси бежал. Все, 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 ребята, я уже выучил все тут эти штуки. Все, ушел. А вот такой вроде стоял по карте, это очень странно. Может, камеры отстают? Ой. Такое возможно? Да. Тут Фредька. А ну где дай он? Я посмотрю. А ну дайте я побегу, вы скажете, я есть на камерах или нету? А ну ты возле... Я возле Фокси стою. Нет, тебя не видно. Все, я понял, камеры заглючило, ребята. А это Серега, наверное, нажал глюк камер, да? Такое есть вообще или нет? Нет. Было бы прикольно. А! Ой. Я живой, Серега, мы обманули систему. Я в это... Ой-ой-ой-ой-ой! Пацаны, вы что двери не закрываете? О, все прошло. Да Серега жесткий. Блин, да мы же думали, что будет легче чуть-чуть на 1%. Ну это же честно. Откройте левую дверь, да, я захожу. Давай. Давай. Так, Фокси стоит. Ну Фокси теперь будет постоянно стоять, мы не сможем узнавать. Это все работает здесь. Опа. Фиолетовый. Бонька. Там еще Бонька стоит сзади. Да сколько их там, Серега, ты что, их всю команду прислал? Давайте откроем, все равно не убьет. Я уже боюсь скримеров на этой карте. Реально жестко сделано. Очень. А то они кричат. Ну да. Ребята, мы скачали на эту карту все звуки. Мы теперь будем каждого аниматроника и все, что вообще касается ФНАФ, мы будем все слышать. Дима, музыкальную шкатулку не забывайте. О, да как ты закрыл так двери? Увидел его. Молодец. Давайте попробуем эту камеру включить. Уже с опозданием она включится. Так, а там есть кто-то? Давайте стул там удалим. Там только что Чика была. Этот стул вонючий, мешает нам. Так, видите? Отлично. Там кто-то есть, Дим? Да, сейчас, подожди, я еще раз посмотрю. Не, никого нету. А, ох, вы молодцы. А! Закрывай, закрывай! Ну блин, да как нереально дверь открыть? Ну, как это пройти, Серега? Да это вообще очень сложно. Так, Бонька стоит, все внимательно. Мы сейчас по-любому должны не проиграть. Давайте, если мы сейчас в течение... А сколько? Давайте его засекаем 10 минут. Если мы 3 раза проигрываем, то Серега выиграл. Согласны? Да. Ну да. Все, время пошло. Вот 4 минуты. Фрачка. Запись. Вот 4... Если 14 минут мы 3 раза поиграем за это время. Все, Серега выиграл. А если не проиграем, то мы выиграли. Гениально. Аниматроники не смогли нас убить. А что у нас за щелканье идет? Это шкатулка. А ты шкатулку заводишь, чтобы она не вылезла? Да. Вот это жесть, только не открывайте двери нигде. Подождите, тут Бонька стоит. Он вообще собирается уходить или нет? Так. Так, все, вроде завел.
А в чем прикол? Он же этот, энергия не тратится. А Фредди ушел, подожди. Просто он в тот раз... Серега, у нас энергия не тратится. Может какую-то ночь нажать нам активировать или не надо? Ну давай, могу. Давай первую ночь, что было легко. Именно по сути ты нажимал кнопку. А тут нету. Есть. Два я активирую, я знаю. Смотри, у нас есть просто... вот, подожди. Сейчас. Вот старт. Это тоже не то. You can't mod есть. А вот, я нашел. Все, сейчас будет первая ночь, смотрите. 3, 2, 1, 0. Потемнел экран? Да. Все, я наизусть уже эту карту выучил. Все, теперь у нас будет отчет времени идти. Во, видите, даже этот заработал. Челепиздрик на телефоне. Гай. Все, пошел. 12. Время у меня отображается. 12 АМ. Все, будем по этому времени. Это около 8 минут эта ночь идет. Ого! Это точно первая ночь? Точно первая. Я вот это хотел спросить только что. Ну, видишь, у Сереги это первая ночь. Ну, и может, надо убить нас? Так, энергия теперь садится. Мы не сможем долго держать двери закрытыми. А Серега теперь может постоянно делать что-нибудь, стоять? Ах ты хитрый! И что делать нам? Как мы выиграем? Выиграйте. Выиграем, да? Ну смотри. Ты чё, Бонька не уходит? Ушел. Ушел. Открывай. Да, Серега, дай нам хоть передохнуть, у нас тут воздуха мало, еще кто-то испортил воздух. Это пингвинус. Пингвинус. О, там Чика. Так, еще ни разу не умерли. А, вы же чекаете Фокси. У меня нормальная реакция. Да? А, я застрял здесь в ком-то. А, кто со мной? Так, давай попробуем на Фокси направить камеру. Блин, они здесь не работают. Там должна стоять какой-то аниматроник, но там это какая-то фигня, которая... Если пересечься с ней, то ты застрянешь. Ну да, есть такое. Так, час ночи уже, отлично. Час прожили. О, закрывай. Молодец. Отлично. Так, здесь тоже должна быть какая-то штука невидимая. Вот она есть. Это, короче, места для аниматроников, где они должны оставаться. Руку Фокси поднял. Чика, с правой стороны. Так, сейчас, когда будет Фокси бежать, я скажу. Так, мы должны пройти эту ночь, да, пацаны? Ну, да. Естественно. Ох, они идут. О, две чики. А это реально закона две чики? Да. Три аниматроника. Давайте посмотрим шкатулка. Так, шкатулка тут сидит. Чика ничего она не делает. Она просто сидит. Так, здесь что у нас? Буду вам, пацаны, расстановку говорить. Ребята, не обязательно, чтобы мы трое умерли. Просто три смерти засчитывается и все. Ушел. А, в животе застрял. А, да что ты делаешь, Серега? Это ты жестко там кнопки. Ты что, все подряд жмешь? Или ты какая-то тактика есть? Это тактика. Ты ее придерживаешься? Да. Два я боньки. Это прикольно. О, привет. Да-да-да, я же смотрю. А что по два человека тут приходит? По два аниматроника. Смотрит на вас. А, бежит Фокси, закрывай! Фух, молодец! 2 часа ночи, уже 2 часа хорошо прожили. Молодцы! Гусонек, ты не обманул по поводу этой... твоей... реакции своей. Да. Хотел сказать, энергии. Ух ты, все! Серега, раз подловил нас. Один раз есть. Еще два раза, да, и мы сольемся. Ну ё-моё. Фокси руку поднял, пацаны. Ох ты, атакуешь. И он что, вошел в азарт? А, нормально, два бони. Один смотрит на меня, а второй... Так, а две чики тоже нормально? Он две чики стоит. Одна в коридоре, одна возле окна. Так, Фокси бежит, пацаны. Да, закрыта дверь. Молодец. Так, все, он и вернулся, телепортировался. От заразы какой, а? Так, посмотрим. У нас тут еще есть той аниматроники, но они что-то не активируются. Они, наверное, не в этой ночи активируются. Они в You Can't мод активируются. Понял. Так. Прогуляемся здесь по пиццерии немножечко. Посмотрим, где что здесь. Я иду в офис. Пацаны, постараюсь попасть в офис сейчас.
Ой. Откройте мне правую дверь, я сейчас зайду. Я открыл, Дим. Да, 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 есть. Есть, есть, есть. Отлично. Открывай, закрывай, да. Не буду мешать тебе, гусенек, потому что когда двое нажимают кнопку, может заглючить. Так, 2 часа ночи. Отлично, отлично, тянет. Закрывай, закрывай, закрывай. Ох ты, ё-моё. Так, у нас уже энергия подсела довольно-таки неплохо, Серега. Скорее всего, что ты можешь даже выиграть нас. Шкатулка. А если энергия сядет, мы с офиса не имеем права выходить. Давайте, чтобы было по-честному. Будем выживать, так. Я с офиса вышел, когда была энергия. Ты смотри, двери нам ломать, уходи. Так, попытаюсь. 2 раза! Пингвинус! Там не было Фредди. Так, все, пингвинус, за этой дверью я слежу. Да, ну давай это не засчитай, мы не успели зайти в офис. Не считается, ладно. Все, ребята. Так, за дверью теперь я буду следить. Пингвинус, ты подсказывай, где кто? Знаешь, почему, пингвинус, мы умерли? Потому что, когда уходит аниматроник, надо еще ждать пару секунд. Секунды 3-4, потом только открывать двери. Как-то вот так вот скриптовано здесь. Не работает камера. А, да, хорошо. Получается, у нас двое дверей и один шкатулку клоцает. Так, ну что, половина ночи прошли, и одна жизнь у нас осталась. Одна жизнь. Это очень сложно, ребята, очень. Внимательно ждем. Энергия не тратится. Энергии уже много село. Блин, совсем чуть-чуть. Опять пришел фиолетовый Фредди. А! Если, есть! Если есть, этот есть. Стук, это значит шкатулка заводится, да? Да-да-да, щелчок такой, да. Ой, я застрял. Ой, я застрял. Опа! О, пасхалочка. Так, никого нету открывать. Да никого не было! А это не у меня? Так никого ж нету, смотрите, нет аниматроника. Вот а я о чем. Понятно, аниматроники, читеры, бани их, Дим. Мы что, проиграли? Ну да. Из-за того, что аниматроники, читеры. Ну давайте еще довыживаем все-таки до утра. Серега, ты победил, аниматроники выиграли. Сейчас тогда я усложню вам немного еще. Ну давай, давай, хардкор, давай. Так. Опа, а что это? А что ты нашел? Это кент-мод? Нет, это более сложнее, это сложнее даже. Да? Нам 9? Ого! Ого! Ой! Ого! Это что за бред, ребята? Это очень жестко, очень. Это прям... Сколько вас там понаплаждалось? У Сереги такой смех прикольный. Ой, давай я тебе знаю, что делать. Что за прикольные скримеры такие? Так, Фредди. О! О, что ты там ходишь? Видишь меня? Да. Я боюсь умереть. У нас энергии сколько там осталось-то? А все, сейчас энергия кончится! Сейчас энергия кончится! А не, она еще есть, ты просто не под тем углом посмотрел. Да, уже вроде как на нуле. И что, заново полное стало, да? Да, полное. Так я обновил. А, ну время, у меня 4 часа утра. Все отлично. Ой-ой-ой. А вы не открывайте двери. Все, давайте закрытые пусть будут. Давай реально закрытыми. А что делать? Да что такое? Все ломается, дрожит, трещит. Долгой. Вот это жесть! Ребята, не забываем обязательно подписаться и поставить лайкосик. Ты что там происходит? Ну, это нереально, ну как пройти? Даже на стене там что-то написано, it's me. Нам Фредбер пришел. Его нафиг послал. Смотрите. Гусь с топором, ну. И фонариком. Смотри в экран, Дима, там, то и Фредди. Да я вижу, я вижу. Что, у нас камеры заработали? Да. Походу. А, нет, что-то я вот переключил на Фокси. Да хватит ломать калитку нам. Через раз, наверное, работает. Чика там на кухне. А, не, опять сломалась. А что у нас время пропало? Должно же время идти. Так это you can't. А было время, у меня 4 часа отображалось. Уже 5. Давайте проверим.
Да что творится, смотрите! Они просто окружили нас, со всех сторон лезут. Я не хочу дверь открывать. Нет, мы не будем открывать, что черви у то. Там только что ё-моё. О, камера переключила. О, отключилась. Вот Фокси, нажимаем на Фокси. О, смотри, глядит нам в камеру. Вот это жесть! Очень сложно, очень. Сейчас будет еще сложнее. А что ты там нажал? Узнаешь. О, Чика пошла. Как же дверь открыть там, а? Никак, Дима выбежать хочет, да? Да, я бы хотя бы просто подыхать воздухом, а нельзя никак. А чё, напердели в офисе, да? Ну, пингвинус, как всегда. Да ну никак не выжить! Ё-моё! Да как выжить? Ладно. Ладно, и пришел опять Фокси стучать. Это ладно? Ладно, еще сложнее режим. Вот это уже не я, это он сам пришел. Ну все, переключай жмяка, дай мы хоть двери откроем. Я не нажимаю уже, все. Да, ну они стоят тут все. А, ё-моё. А, это ж You Can't моды, поэтому так и сложно, да? Да. Все, можно открыть двери, давайте, пацаны, попробуем. Нет, Дим, не надо. Если сейчас вы умрете, то... Пингвинус пердун малолетний. Не надо, не открывай. Нет, а мы не умерли. Значит, Серега, ты пердун. Дима, лучше убегай сразу. А! Да ну что? Ну что мы? Ну что мы? Эх, Дима. Да я поддался. Сережа, а что ты тут жмешь? Ах ты, зараза, блин. Я хотел арбалетом тебе пристрелить. Ладно, ладно. Вот сегодня Серега реально победил. Знаете, бывают ролики, когда охранники выиграют, но это тот ролик, когда мы не смогли. Серега, ты лучший аниматроник, управляльщик аниматроников. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, где взрыв? А, все, все, все по четко. Ой, зависло. Все, второй компьютер взорвался.